из-за этой болезни на ментальном уровне его жизненная сила, естественно, тоже дает сбой. And there will be distortion in the sensorium, и будут сбои в действии его органов чувств. So gradually its effect gets manifested during some years on the physical tissues. И постепенно это все будет переходить на физические органы. So what happens is that что происходит? When the sora is there in the deeper constitution, the deeper level of constitution, когда сора находится в глубоких уровнях конституции, it keeps on disturbing, because the mind is disturbed, then it subsequently keeps disturbing the vital force, functioning of vital force. Она нарушает деятельность ума, которая в свою очередь нарушает деятельность жизненной силы. So the vital force, what it does is to save the person. Что делает жизненная сила для того, чтобы спасти этого человека от проблем больших, более глубоких? It immediately transfers this effect to the physical plane. Жизненная сила начинает выбрасывать этот умственное нарушение на физический уровень. And very quickly it brings this to the surface, very outermost surface of the organism, of the being, that means the skin. На поверхностный слой конституции, то есть на кожу, начинает выбрасывать все эти нарушения. And manifests in the form of many types of eruptions on the skin. И тогда у этих вот псориатиков у них возникают очень всякие кожные проявления. So if these eruptions are left without being suppressed, и если их оставить без лечения, then this will not manifest into any dangerous disease in the internal organs. Тогда они никогда, тогда эти нарушения никогда не вызовут нарушения во внутренних органах. Если кожное проявление не подавлять, а оставить без лечения, тогда внутренние органы всегда будут в безопасности. But what happens is we consider this as a disease on the skin. Но, к сожалению, их начинают рассматривать как кожное заболевание. Then we go to a dermatologist. Идем к дерматологу. And then he gives external internal medicine to make it disappear. Он дает нам какую-нибудь мазь, еще какую-нибудь таблетку внутрь для того, чтобы эта сыпь исчезла. And then it is suppressed again back into the deeper layers. И подавленная эта грязь обратно идет в глубокие слои. But the vital force makes repeated effort to bring this out. Но жизненная сила опять делает усилия для того, чтобы выбросить ее на поверхностный слой. And every time we try to suppress. Если каждый раз мы ее будем вот так вот мазать мазью, подавлять. So when it is done for many times, and then it is. Тогда она в результате. It manifests in the internal organs, in the lungs, or in the liver, or kidneys. Поражать внутренние органы, прежде всего легкие или или почки или печень. Then the patient will enter into a dangerous condition and ends the life. И тогда пациент уже будет в тяжелом состоянии, в состоянии, которое представляет опасность для его жизни. When you try to suppress. Когда мы пытаемся подавить, what is all coming on the surface, то, что выходит на поверхность, it leads to all such dangerous conditions, because it will be это ведет sent back into the internal organs. К серьезным заболеваниям, потому что с поверхностного уровня, подавляя с поверхностного уровня, мы заталкиваем болезнь глубже к внутренним органам. That is what is happening. Это то, что происходит. So we have to know some more things about. I will explain about the other two viasms in tomorrow's class, and then I proceed to about the case taking, as you asked me, how to make the case.
Завтра мы поговорим немножко о других двух миазмах и дальше будем говорить о том, как собирать кейс. До свидания.